Скандальный блогер Лена Миру раскрыла реальную причину закрытия инстаграм-аккаунта певицы Ольги Бузы. По ее мнению, звезда просто очень сильно боится проверок после неприятной истории с видеооблокадницей. Именно поэтому артистка играет в эти прятки. Страница Бузовой была закрыта 17 августа. Незадолго до этого она опубликовала ролик, на котором в одном купальнике облизывает тарелку. Певица заливается смехом и называет себя блокадницей. Это видео вызвало огромный общественный резонанс. Пользователи возмутило сравнение, которое использовала светская львица. Однако Миру убеждена, что вовсе не волна народного гнева заставила Бузову закрыть страницу. На самом деле, она боится, что администраторы социальной сети проведут проверку аккаунта и обнаружат многочисленные нарушения. В первую очередь, наглую накрутку числа подписчиков. Писательница уверена, что настоящих фолловеров у Бузовой может быть всего пара десятков тысяч. Но большая часть из указанных 16 миллионов – просто боты и мертвые души. Миру пояснила, что если руководство выявит это, то аккаунт певицы заблокирует навсегда и без права восстановления. А это фактически уничтожит всю надутую фейковость популярной телеведущей «Дома-2». Бузова никому не нужна. На концерты к ней никто не ходит. Продюсер зарабатывает на ней деньги исключительно в Инстаграм обманом работодателей, написала Лена Миру. По ее мнению, без накрученной ботами инсты о певице забудут через неделю, а потерять ее продюсерам очень страшно.